Новостям в мире. Не менее 20 человек погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Саудовской Аравии. Еще 29 получили травмы. У большинства ожоги. Авария произошла на дороге в Акаба-Шар. У автобуса полного пассажиров отказали тормоза. Из-за этого он врезался в мост, перевернулся и загорелся. Пострадавшие направлялись в Мекку для совершения умры. Сейчас на месте трагедии работают команды гражданской обороны и Саудовского Красного полумесяца, а также органы безопасности. Движение по дороге перекрыто на несколько часов.